Выдвинутое жителями предложение по обустройству детской площадки благодаря движению общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы-Мытища» воплощается в жизнь. Активиста дома по адресу Шараповская улица, дом 1, корпус 3, на одной из первых встреч с лидерами движения в школе номер 14 выступили с инициативой о благоустройстве придомовой территории. На сайте «Мы-Мытища.ру» эта инициатива набрала около 9 тысяч голосов. Депутат Совета депутатов Михаил Мурзаков совместно с жителями проверил начало работ. И благоустройство именно этого микрорайона, именно вот это такое большое пятно, большие классные дворы на Шараповке, прошло как одна из основных инициатив граждан на этом круглом столе, на нашей встрече. Уже демонтирована старая площадка, уложено специальное основание для резинового покрытия. Территорию подготовили к озеленению. Детская площадка будет разделена на два участка. На одном из них будет установлен игровой комплекс для детей младшего возраста. На втором планируют установить уличные тренажеры для подростков. Жители микрорайона Шараповка не скрывают радости. Я хочу поблагодарить нашу администрацию, наш депутатский корпус, всех, кто прикладывает, как говорится, душу свою и желание, и возможности к тому, чтобы благоустроить наш город. Он и так очень похорошел за последние годы. А сейчас вот вопрос касался детских площадок, нашего будущего, наших детей. Все стараются сделать на высшем уровне. Строительство детской площадки проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Средства выделяются из местного бюджета. Полностью завершить работы планируется в августе. Калимулина, Камила Клиновская, Олег Степанов, Первый Мытищинский.